800 тысяч сигалетокарповых видов рыб запустили в озеро Копчегай. Приурочили зарыбление водохранилища к празднованию Дня Республики. Этот процесс проводят, чтобы увеличить популяцию ценных видов рыбы в водоемах Балхаш-Алакольского бассейна. С начала года здесь запустили больше 1 300 000 мальков. Всего, к слову, в озере Копчегай водится 32 вида рыбы. Также субъектами рыбного хозяйства планируется зарыбить водоем Балхаш-Алакольского бассейна более 1 000 000 штук рыбами, сигалетками рыб. Всего по Балхаш-Алакольскому бассейну запланировано зарыбление в объеме более 2 000 000 штук.